Всем доброе утро. Я рад вас приветствовать на финале Кубка Южного федерального округа в городе Тимашевске. Седьмой этап. Парк потихоньку просыпается, техкомиссия проходится. Нивы открытые сегодня очень много, очень много. Это будет основной, я так понимаю, основная категория, которая будет бороться. Также присутствует стандарт, как всегда. Краснодарский край, Ростовская область, Волгоградская область. Астраханцев не видим, к сожалению, сегодня. Также представители Нивы открытая из города Ростова-на-Дону. Доброе утро! Шилка, как боевой настрой? Нормально. Хорошо. В зале секретное оружие. Опачки. О, это занавес ниндзя! Да, не все хорошо у всех. Красной Нивы, как вы можете наблюдать, не имеется. Он опаздывает. Я вчера еще приехал. Я сегодня в Ниве открытой буду штурманом вот в этой волгоградской машине. Также из местных у нас есть Анатолий на Халке. Будет показывать, что он умеет. Конечно же, А-база. Уже чемпион по итогам сезона, но решил все-таки показать зубы и доказать, что он все-таки молодец. Вот, красная Нива наша едет в категорию спорт, потому что мы сейчас на втором месте основном, но нас еще может подвинуть вепрь. Вон он ночует, если мы совсем не выйдем. Поэтому вроде как мы с Костяном едем в спорт, но он может поехать еще в Ниву открытую, не знаю с каким штурманом, посмотрим. В общем, всем приятного просмотра. Спасибо, что остаетесь с нами. Сегодня будет определенно весело. Давайте посмотрим. Пару слов о Тимашевске. Тимашевская трасса уже стала ежегодной трассой Южного федерального округа. И для нас, конечно, как вы понимаете, это особенная трасса, потому что она наша домашняя. Сегодня у нас из болельщиков здесь будут присутствовать родственники, друзья, жены, дети. Поэтому мы не могли пропустить этот этап. И также мы не могли его пропустить по той причине, что нам все равно нужно бороться. В принципе, во всех категориях сейчас уже лидеры устаканились, получается, заняли свои позиции, их никто не сдвинет. То есть в Ниве открытой явно есть чемпион, в спорте есть чемпион, в туризме и в стандарте тоже. А вот вторые, третьи места людям еще нужно побороться, и эти места неустойчивые. То есть со вторых мест могут скинуть людей, а третьи места могут подняться по количеству баллов. Поэтому сегодня будут бороться все, в том числе и мы. А что из этого получится, очень интересно. Вот, я ночевал в парке, так что извините за мой внешний вид. Это не шоу телеканалов, где сначала просыпаются, умываются и через 4 часа выходят в эфир. А вот как есть, проснулся и сразу в бой. Всем приятного просмотра. Как настроение? Волнуемся. Да, че? Да. Сегодня здесь республики Северного Кавказа, Ростовская область, Волгоградская область, Краснодарский край, Ставропольский край. И они все приехали сюда, потому что здесь финал ЮФО. Итак, вкратце немножечко расскажу вам. Сейчас будет стартовать категория стандарт. Автомобили, ну вы видите, вот вообще стандарт. Пилот этого автомобиля — это Новак Александр и его штурман Угрехолидзе Роман. Город Приморско-Ахтарск. Аплодисменты. В категории стандарт сегодня у нас 8 участников. Второй пошел. Oh, my God.
на повышенной шел, конечно. Подъемчик. Хороший подъемчик. Оп, есть отрыв. Пацаны вчера поменяли задний редуктор. Ну и после леса особо не восстанавливали машину. Направо, 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 направо. УАЗик перевернулся. Где? Вот. УАЗик лег. Джокер лежит. Джокер лег. Да, 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 да. А там никто не снимает. А вон фара торчит. Вот это да. Так, что, Успенку видим, вторую Ниву не видим. Где она? Еще не пришла. Хорош, хорош, хорош. Аккуратно, аккуратно, парни. Васик на второй круг. Ну идут на пониженной. Тяжковато. Но мне кажется, повышенную можно было бы включить. Вот как лютый, он едет и едет на скорости. Стартовала КПР. И Рамзес. Лютый, как всегда, на сверхскоростях. Очень быстро. Отсечка и пошел дальше. Рамзес! Рамзес! Едут, разговаривают о чем-то, обсуждают. Погода хорошая. Вчера мясо не дожарили, не доели. Пойдет. Парни, поехали. Кстати, хорошая трасса, неплохая. А так и лежит лютый. Ой, лютый Джокер. Пацаны кайфуют. Из Приморска, Ахтарска, по-моему, машина местной нашей. КБР. Хорошо, на повышенной. Что-то жужжит неприятно. Благополучно поставили на колеса красный УАЗик. Он уже стоит, и экипаж планирует продолжить заезд. Ай-яй-яй, мешается. Бах, есть. Нечаянно. Да что ж такое? Аккуратно, Дима, аккуратно! Зарубились пацаны, но он не виноват, видишь, он Добрый вечер. Вот и лютый.
стоять. Пацаны все кайфуют. Бочком. Последний этап, финал. Никто не жалеет автомобили. Все лупят на все бабки. Потому что надо выигрывать. О, пошел. Молодцы, давай, воу! Не, все нормально, не зацепил. Не оборвал. Объехал, молодец. Я не знал, что времени нет. Да. Ну тут как на гололеде, тут главное не переборщить с газом, вот то, что было сейчас с Рамзесом. Аккуратно проходишь и быстрее уезжаешь. Люди молодец. Ну, блин, работа, артикуляция подвески прям на высшем у всех машин. Нельзя, ну куда? Рамзес, остановка. Вот теперь можно. Все правильно. Ать. Тут забуксовали. Да, понятно, что хочется опередить, но нужно сделать отбивку по кругу, а Рамзес хотел обойти, так делать нельзя. То есть вот это зона финиша, зона торможения, вот от третьего флага уже обгонять нельзя. И если одна машина остановилась, вторая должна остановиться за ней, а не сбоку, как сейчас сделал. Ну, это гонка, видите, то есть пенализацию сдали, остановили его на 5 секунд, все, пацаны поехали дальше. Все по правилам. Ой, воткнулся, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Перестарался, а там ров. Все, три колеса, отрыв заднего. Диагоналочка. И сейчас там будет на подъеме невкусно. Турман молодец, руками вытянул, не успел заснять. Молодец. Останься здесь, он проедет. Он... Алёша, ёп! А, хорош! Что ты делаешь? Аккуратно! Молодец! Заехал в ту же колею, но выехал. Просто пошел по ней и все. И лютый туда же. Ох, как их там. Ну, пойдемте посмотрим.
максимально успелка. Очень нехорошо, да, нормально. Передок, все. Пошел, не отдал, красавчик. Дави, 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 дави. Молодец. Молодец. Ну, наверное, лютый объедет, но, тем не менее, борьба. Еще одна Нива. Надо сходить, наверное, он никуда не выйдет. Тут на полном приводе-то не могут пойти. Ты на блокировку сзади? Я бы на самом деле вышел, колеса чуть спустил и попробовал заехать.
Что, давай, дружище, давай, 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 давай. Рулем, 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 рулем. Давай, 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 давай. Заезжаешь, идет, 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 давай. Газу, газу ей. Молодец. А вот это будет опасно. Не, из-за того, что выход. Так, долго парни почему-то ехали круг. Видимо, что-то случилось. 0.20. Помогают вытащить Приморско-Ахтарск. Ну, лютые едет. Мавирский экипаж тоже сел плотно. Уже пытаются и сантраки. Рамзес, очередная попытка на заднем приводе. Нет, не вариант. Без вариантов. Рулем, 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 помогай! Вообще зацепа нету. Вообще просто на ровной. Что-то с движком, нету холостых, глохнет, но едет. Кузес в попытке выехать сел полностью. Жопой засел в ту яму, где только что сидел Приморско-Ахтарск. И это, я скажу вам, все. Потому что мост вывесился, и он в яме там плотно. Так что это все. Стандарт, как всегда, радует.
подними! До столба подними! Передняя левая отрыгнула, походу.
заедет здесь. Бля, руль направо. Где-то за ним нельзя. Поправить-то надо. Нельзя. Он сам должен. Их не если ты поправишь. Да. Вообще на холостом едет, блядь. Да. Сейчас еще, не? А, смотри, аккуратненько место. Шевика так сдвинут скоро в камыш туда. А тут некуда, ребята. Тормоза есть. Сейчас он поедет.
Thank you.
не отпускаю.
на лебедке ехать, они, блядь, просто. То есть понял, чтобы хватало. Вот он, бля. Костя, давай! Работа штурмана! Костян! За машину зацепись! Залетел в эту лужу, и все, и не заводится. А этот, Взять тачку, Чё там, как дела? Какой круг? Круг! Пацаны своим ходом поднялись. Назад и подпуск. Почему оба, Кость? Оба разные. А, справа? Заведись, Костян. Не-не-не, не заводись, на лебедке пусть. Не-не-не, попробуй, заведи. Заведи. Стоп, останови. Ты колеса сейчас охуеют. Стоп, пусти. Заведи. А сзади ты? Да не, нормально, ладно. Блокировки выключи. Прям, да, это никто не уходил. Помогай на шину. Потихоньку. Вот, пока.
Thank you.
как он прилип, да хорошо. Кость, а ремень смотрели? Ремень нормально? Кость, вот вы ремень поднимите. Нормально? Потом вот перед этим ужином будет мочак. Да. Вот этот мочак прям газ, ну, так, не жалеет. Ходом идет. Перед ужином, не понял? Вот, который мы с тобой смотрели, вот прям там ходом иди хорошо. Морду, морду. Кость, да вот одна есть, давай пусть пробуй, уже по одной пойдет. Все, руль теперь справа, короче, держит, слышишь? Будем тебя лебедить сейчас справа. Кость, столько лебедки, заскочи на солдатике, поменяй себе газу. Прыгал, не прыгал. А можно еще раз наконец? Давай, давай, ее, две.
Опоздал, опоздал. Рано опоздал. Было мало ступицы. Еще 2 секунды, и он выехал. Что ступицы? Было мало, колеса вот так стоят. У кого? Передок? Да нихуя не было. Сейчас убегаю. Почти. Почти. Да.